Окей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить урпад, называем Варфарис. Как вы помните, мы покатались немножко на своем каком-то новом роботе. Потом были в лифте или что-то типа того. И теперь мы здесь. Вау. Какая ротяка. А. Так, стоп. Я забыл как. А, фу, я вспомнил. Так, что у меня за вторая пушка? Подожди. А, я посмотрю на то. Окей. То есть и при этом они мне еще дамажат. Звук ломается. Я не знаю, почему в этой игре ломается звук. Гробница или что-то того мы сейчас играем. Единственное, что я не могу никак понять, это где мы находимся. Для меня это остается загадкой. Какая? А, у меня ракетница, кажется, второе оружие. Окей. Скорее всего, это был босс, с которым хватка епископа. Так, устремленный к цели и... Поглощенный ее жизненной силой. Если вокруг нет противников, поглощается жизненная сила своего владельца. Я даже на самом деле не хочу проверять. Это скелеты, серьезно? А, не бесконечно. А-а-а. Так, давайте я просто попробую. Это у нас пистолет еще, да? Подожди, как я это должен сделать? Сказать честно, во-первых, пистолет никак не отображается, во-вторых, он дерьмо. Урон, а если для улучшения? Ну, типа дополнительный хват, и он стоит 7? Что? Он что, настолько имба? Вау. Ладно. У него плюс только 5 улучшений. А что это? Подожди, компания способна пробивать сразу несколько целей. Ну блин, у нас вот этот имбовый пока что пистолет. Типа пистолет ваншотит.
первую цель моментально. Готово. Я не знаю, куда нужно было идти. Допустим. Ага. Ага. Я понимаю, что это жопа. Не, я здоровяка убью. Я сейчас тут ему просто ракетницу заюзаю. И давайте, ладно, лучше отхилюсь. Я еще и выжил. Я только так могу это все сделать. Почему мне там проход закрылся? Может, я хотел посмотреть, что с той стороны нет? Как бы это некрасиво, я считаю. Впустите? Потому что там было три прохода. Блин, на самом деле вот. А если их будет двое? Я не хочу знать, что это. Тактику боя я его понял. Смотрите. А здесь тактика легкая в плане. Блин, вот херово то, что у меня маны нету. Мы можем ее сейчас тут нафармить немножко. Типа за счет ХП. А, ну и что это у меня будет? Ну я могу несколько. О. Ах ты ж, ё-моё. Мне кажется, здесь лучше оставить до второй фазы.
Делаем так. Делаем так. Ай, он меня зацепил, да? О, воу, воу. Тихо, тихо, тихо. Оп. Я знал, что он взорвется. Здесь присутствует древняя магия. Я чувствую ее. Мои датчики не фиксируют ничего необычного. Они думают, что они на это способны. Поверь, существуют тайны, которые не стоит посетить даже твой сверхразум. Посвящать твоему сверхразуму. Максимум... Ну, короче, число это босс, да? Херово то, что я не могу обратно сейчас вернуться. И мне лучше не сдыхать, как я понимаю, да? Давайте я просто... А я могу упасть вниз? Я узнал, что хотел. Враги будут бесконечные. Так, поехали ниже. Фигня в том, что я ему... Блин, он не убивается. Типа, как мне убить то, что не убивается? Я могу встать сюда. А, видите, он сразу дистанцию меняет. А, я понял, все, приятель. Блин, ну... Это уже другое дело. Это уже другое, приятель, дело. Он замахивается. Мне нужно именно словить, понимаете, этот момент, когда он кидает. А, это все, я просрал. Плюс металл. Ну, мы хотя бы металл заработаем, слушайте. Вот и все. А, подожди, там... На один сердце голема. Вау. Что-то новенькое. Какое-то новое сердечко. Я понимаю, что если я сейчас сдохну, я это все потеряю, видимо, так? И фигня в том, что и карты нету. Чтобы посмотреть, куда мне лучше бежать.
вход заблокирован какой-то преградой. Я не могу определить, где находится питающий ее источник энергии. А здесь есть постамент, похоже, на нем что-то разместить. Ну, мы, походу, его нашли, да, это сердце Голема, да. Окей, значит, мы по-любому знаем, что нам сюда. Давайте осторожненько идем налево. Круто! Круто. Тогда сразу идем налево. Если там что-то ценное. Да, тут что-то ценное. Идем направо. Тут потому что тоже какие-то бомбочки. Так, а теперь мы садимся, как я понимаю, и едем в обратную. Едем в обратную сторону. Отлично. Падаем вниз. И нам заново нужно собирать энергию. Забираем, бежим. Забираем энергию, мы получаем сердце. И то, замечаем, у нас с вами же металл есть. Плюс мы восстановили сердце. Блин, ну да, я там просто лохнулся и упал. Ну, кто знал, кто знал. Херово то, что здесь не сохранилось. А если б я дальше пошел, я бы просрал вот эту зелененькую хернюшку. Понимаете? То, что мы с вами падаем не по прямой, а вниз. Так, и очередные у нас звучи черви какие-то. Не, я могу? Это, как знаете, то же самое, как дюна. Песочная дюна. А, они... Блядь. Они чувствуют, как будто где я лазю. Бля, я быстрее на самом деле так пробегу. Бля, нихера. Ха. Вот это сейчас немного сложно. Дело в том, что он меня зацепил там, где я бегу. Посчитаем, что мне повезло. Я закрыл свое лицо.
Я закрыл свое лицо. Добро. В смысле, ты упала и начинаешь меня отпускать? Окей, окей, окей. Мне главное не сорваться, не упасть. Так, справились. Ух, сейчас мне что? Теперь здесь не тупануть. Так, ну я заметил то, что там эти были. Что там эти херниши были. Я не лох. Так, нам дают хп, нам дают силу. О, найс. Так, время нам еще позволяет. Какой-то алтарь. Это у него, в принципе, пистолет, как и у нас. Пистолет, как у нас. Да, хорошо. Хорошо, я говорю. Так, вау. А смысл все равно это у меня сохранится все. Так, теперь просто этих добиваем, поднимаемся. Еще будет один голем. Мы можем сразу на собаках нафармиться. Для чего я это сделал? Сейчас мы фармим синюю херь. Собак. Желательно полная. Все. Все, что мне нужно, я сделал. А, потому что там будет этот голем с сердцевиной, так? А значит, нам нужны ракеты. Так, сердцевина есть. Готово. Сердцевину вставляем. Проходим. Изи, сейф. Все сделано, как я задумал. Так, это у нас уже какой-то целый город. Давайте только, чтобы это была не арена.
Вы сразу надо было и говорить, что оно так работает. Ибо... Короче, на первого сразу нужно юзать ракетницу. Мне хотя бы первого убить. А, меня взрывом вынесло. Ай-яй-яй. Окей. Так, тихо, взрыв. Сердечко. Меч, он довольно сильный. На самом деле он бьет очень сильно, меч мой. Так, дальше у нас какие-то идут ловушки. Давайте, я думаю, мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.